Всем привет, ребята, с вами Нюкем. И Террасе, ребят, всем привет. И Шайни Ланс, как новое, так сказать, дополнение к команде, ура! Это же Шайни Ланс. И мы вместе придумали новый мини-гейм. И я надеюсь, он вам зайдет, но сначала мы должны вам все объяснить. Итак, смотрите, мы стоим на пороге огромного особняка. Он просто огромный, да, ребята? Огромный, ага. Белый, крутой, большой. Он стоит просто 1 триллиард триллионов миллиардов долларов. Ага. А перед этим особняком стоит какая-то непонятная система из рамочек и полосок. И итак, сейчас тут. Да, мы вам все расскажем. У нас есть 10 минут. 10 минут, чтобы обчистить этот дом просто да, сверху дном. Блин, как это говорится, Миш, обычно? Короче, мы сделаем так, чтобы в этом доме не было сверху ничего ценного. Донизу. Ладно, не буду усложнять, да. Просто скажу, что в этом доме спрятано 33 сундука. 33 сундука, ребята, и в каждом из них алмазы, коровы, но коровы. В разных количествах. Есть 10 сундуков, которые спрятаны, но просто на изи, просто они стоят на видном месте. И в таких сундуках по одному алмазу, то есть 10 сундуков спрятаны, никак они не спрятаны, просто стоят. 10 сундуков, Миша, расскажи ты, как еще 10 сундуков спрятаны? Сундуков они спрятаны лучше, скажем так. И чтобы их найти, иногда нужно постараться. Да, и последние, да. Но не окончательные сундуки, которых 10 штук. Давай, Шайни. Они спрятаны еще сильнее в всяких тайных местах, секретных. Их фиг найдешь, и скорее даже всего открывать будет что-то, возможно, нужно. Да, да, чтобы такой сундук найти, нужно найти еще сначала кнопку или рычаг, которые тоже спрятаны. И в таких сундуках по 3 алмаза. По 3 алмаза. Террасер не сказал, что в нормальных сундуках, которые спрятаны, там по 2 алмаза, в изи сундуках по 1 алмазу, и есть еще 3 сундука. Может, дальше у нас 33 сундука? Да, ребята, еще 3 сундука, да, они спрятаны очень сложно, там какие-то особые механизмы, необычные. И в таких сундуках... Никто не знал, где они находятся. И в таких сундуках находится 5 алмазов. И самое интересное, что никто из нас, вот это реально, это правда, никто из нас не знает, что в этом доме это раз, и где сундуки это да. 2. Потому что эту спасибо карту нам готовили. Спасибо команде билдеров, да. Да, это команда билдеров постаралась из команды Нюкема, и подготовили для нас вот такую замечательную карту. Поэтому, ладно, не будем затягивать, мы... Еще пока ничего не знаем. Какую нужно ставить, там, какой таймер надо засекать. Время, сколько нужно ставить. Да, это хватит ли сундуков серия. на нас троих. Возможно, представляете, ребята, это будет то же самое, что и столбы. Также хайпанет, возможно, эта тема, если вы, конечно, к этому приложите свой палец большой. Да, я очень волнуюсь. И чтобы меня поддержать, вы можете поставить пальчик вверх, потому что, ну, вы чувствуете мой голос, да? Я волнуюсь. Можете у меня поставить палец вверх? Да у всех поставьте. Ну что, Миш, там таймер всем подготовил? Всем ставим пальцы вверх. Таймер у меня готов, все отлично, я уже на передовой. Да, ребята, мы считаем, что нам хватит 10 минут. 10 минут, чтобы найти сколько там алмазов. И потом эти алмазы мы расставим в ряд. В ряд, у кого будет длиннее ряд, тот и победил. У кого длиннее ряд? Вот так вот называется этот мини-гейм. Отлично. Итак, я готов. ГМ-2 включен. ГМ-2 включен. Все готово. Включили? Да. Режим приключения, чтобы мы не могли ломать блоки. Да. Мастер таймера. Мастер таймера. Давай, отчитывай. 3, 2, 1. Бог времени. 3, все, время погнали. Побежали. Так, так, так. Да блин, Террасер, как ты вырвался вперед? Непонятно, я думаю, это я лагаю просто. Так, ай, зараза. Я промахнулся мимо двери. Я думал, что в окно может залезть. Так, сразу ищем, ищем. Ищем, где тут обычные сундуки? Ни одного не вижу. Может, какие-то кнопки есть? Жесть, здесь еще из мода всякие разные причины. Пойду в подвал. Так, это какие-то коробки, это не сундуки. А, я нашел кнопочку. Везет. Отлично. Первый сундук. Есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А что тут так темно? Понятно, что нужно делать. Такой сундучок я крутой нашел сейчас. Это сложно на самом деле, хотя и очень интересно. А этот уже обчистили. Да. Нечестно. Нифига ты кнопок. Я куда-то попал, только нафига я сюда попал. Так, это какая-то хитрая ловушка. Или что это такое? Здесь можно провалиться и упасть в бездну, наверное. Надеюсь, ты не прав. И надеюсь, нам хватит 10 минут. Я тоже надеюсь. Во всяком случае, у меня есть хотя бы 2 алмаза у меня уже есть.
Ой, я всю интригу убил. А как мы будем понимать, как... да, кстати, зачем ты это говоришь? Как мы будем понимать, когда закончатся сундуки и алмазы? Никак, потому что у нас есть таймер, и это все, на что ты должен рассчитывать, понимаешь? Так, я запутался. Да блин, я попал в лабиринт. Как так? Что за дела? А ты думаешь, что ты один можешь попасть в лабиринт? Мы сейчас тоже пойдем и попадем, и найдем там все алмазы спрятанные. Я сдался, потому что я решил, что пойду поищу счастье в другом месте. Дом огромный, я думаю, можно будет даже еще одну карточку на нем сыграть. Так. Конечно. Офигеть. Если особенно мы не найдем все алмазики. Офигеть. Так, здесь везде могут быть спрятаны алмазы, в любых нычечках маленьких, так что все просто отлично. Нужно просматривать. Так, я что-то открыл, но не знаю где. Вот я это что-то да. Открыл, но я знаю, что почему-то там ничего нет. Видимо, я что-то неправильно открыл. Окей, пойдем на второй этаж. Ух ты, может быть, такие загадки. Так, 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 что у нас тут? А как мне вот этот забрать? Да блин, опять он пустой. Еще одно такое место. Интересно, где вот находится? Это же такой будет фейл, придумать мини-гейм и в нем слить. О, я думаю, вам будет весело. Так, ну тут тоже кто-то был. О, нифига себе. А может тут можно вылезть на крышу? Здесь. Нет. А вы что, забрались куда-то наверх? Что тут наверху? Да. Я поднялся наверх. Блин, куда же могло меня телепортировать? Так, уже молча. Нехорошо, нехорошо. Так, там, ну тут тоже уже все были. Я смотрю, это искать кнопочки всякие, кнопочки. Ну, по идее, ну, вот все, Миша тут. Да. Но я думаю, те сундуки уже все облутали. Еще бы. Ну, конечно. Кто бы сомневался. Так, а как тут запрыгнуть? Никак. Понятно. А кто же их облутал, как ты думаешь? Мне кажется, какой-то чувак в белом костюме. В белом? Белом. Так, а что тут происходит, когда я нажимаю? Вот он шарится повсюду. Ну, хотя повсюду. Бы на изи. Так, ну сюда тоже уже... А-а-а. Возможно, кто-то просто пропустил. Зашел, но пропустил. Вот здесь. Ну ты проверяй, да? Проверяй. Мало ли реально кто-то пропустил. Пошло, поехало. Ух ты. Так, я просто так, слишком так. Много времени потратил на одну головоломку. Результат, который я, в общем-то, не знаю. Я блин, я свалился, прошел, ребята. Прошел ее, не прошел, не я знаю. Я свалился. Куда ты свалился? И тут иначе не вылезти. А куда ты провалился? Ну, отсюда не вылезти, потому что я должен включить гейм 1. Все. А, ну вылезай. И выключаю. А сколько всего алмазов может быть, интересно? Я же сказал, что 33 сундука, вот и посчитаю. 33, в одном у нас... ну... В одном 10, ой, в других 20, в третьих 30, и еще 5 на 3, 15. Вот просуммируй. Блин, а пока сложно, ты суммируешь, сложно. Я сложно. Буду искать. Ты решил меня, получается, я понял, затормозить, чтобы победить. Пока типа считаю, ты так хоп-хоп-хоп и найдешь. Так, блин, тоже уже все облутали. Миша, и это я знаю, ты это сделал. Да не факт, может это Вова сделал. Ой, я упал, я отсюда не выбраться, кстати. Вот, красава. Я что-то нажал, и что-то случилось, но что? А хотел это то самое место. Сейчас, я тогда включу геймод 1 и выберусь отсюда. Оп. Так, может вот здесь я смогу что-то найти, потому что тут я вижу только пироги, какие-то явства непонятные. Блин, что, опять что ли придется спускаться вниз? Еще 5 минут остается. 5 минут? Время... Нормально, а, да. Ну я думал, что там максимум минуты 2. Ладно, главное не паниковать. Не, мы же 10 минут ставили в первую, ну как бы сейчас. Поэтому времени вполне нормально у нас. Да капец, вы самые прикольные сундуки уже взяли, а я там пока идиот внизу копошился, все пропустил. Облутано! Ага! О, мы все террасер. Мы все вместе встретились. О, как этот сундук никто не облутал, лол. Вообще никто не облутал, самый видный сундук. Походу все бегали и думали, что ну точно наружу. Взяли. Ну да, там... Ух ты, юмы. Там и дверь открыта, главное, была. Возможно, даже я сам там был. Чем может быть, очень ну тогда все. Главное сейчас вот не думать, что уже все взяли, а надеяться на лучшее. Рассчитывать, конечно, это на худшее, но, это блин, походу комната это пустая. Сундук. Да не, быть не может. Такая хорошая комната. Да. Что за место такое? Да. Ой! Может, ты там можешь залезть? Меня вообще подняло за дом. Ты пэшнул, что ли? Да. Ты прошел в лабиринт, не так ли? Да, так. Да, по лабиринту ходил. Тут что-то есть, походу. О! И я. Так, а тут что? Да! А о, ну хотя бы не в сухую.
Да, круто, блин. Вот когда находишь, начинаешь мини-гейм нравиться. Знаешь, когда бегаешь, ничего не можешь найти, ты такой думаешь, ну, лучше столбы записать, наверное. Так, а ну, тут что такое? Здесь все-таки стоит быстрее всех именно бежать поначалу, мне кажется, чтобы находить первые сундуки. О! Еще что-то нашел. Так, там что-то менялось. Что это? Так, вот здесь что-то... Ага. А там случайно сундук? Да, тут нужно быть очень внимательным. Так, что да! Где-то открывается. Отлично! Ух, круто! Идем дальше. Значит, кнопочки, ребята. Это ключ к успеху. Конечно, ключ. Блин, тут уже облутали. Печально. Этот спустился. Ну да, тут Нюкин вначале ходил. А, это, походу, задний мне двор. Все лутал. Вот я просто мне не знаю, кажется, по правилам можно выходить или нет. То же самое место, в котором и вы не смогли выбраться. А, ну, значит, я не могу размещать блоки. Да. Ладно, тогда в следующий раз обговорим правила, что за дом нельзя выходить. Только в доме можно искать. Ой. Иначе я бы сейчас там гулял, походу, целый день. Ладно, ну, пойду все-таки вниз. Я так и думал. Хотя все оттуда да выбегают. Да я снизу там ничего не нашел больше. Так, блин, как не знаю, открыть где дверь? Искать. Вот интересно, какую кто-нибудь дверь открывал или нет? А какую дверь? Ну-ка, покажи. Не могу тебе показать. Про какую дверь ты говоришь? А, про вот эту? Да, не могу. Так, я не знаю. Не знаю реально, как ее открыть. Да по-любому мы можем воспользоваться подсказкой друга. Может быть, Вова знает. Какую дверь? По-любому какая-то кнопочка есть, вот я уверен. Ну ладно, уже нет времени искать. Так. Что делает этот рычаг? Интересно, кто-то разобрался с этим... С этим пазлом? Который в лабиринте? О! Так. Опаньки, найс. Опа, бежим. Да блин, как я не успеваю-то? Опа. А что тут да как так? А, понял. Все. Красава, Нюкем. Блин, тут походу мега сложная ловушка какая-то. Ну, наверное, она стоит того. Так, что тут есть? О, как это никто не открыл? А, очень интересно. А, наверное, это был какой-то пароль, шифр и... Да, видимо, тут уже кто-то побывал. Там уже все забрали. Так, это не сундук. Походу, я... Да, блин, вот это фейл. Так обидно. А загадка прикольная была. Опаньки, блин, крутяк. Хорошо, здесь спрятан. А как вылезти? А, это еще, что ли, загадка? Пипец. Ладно, хоть ты пешился. Остается уже меньше минуты. Ладно, попробуем счастье в лабиринте. Ну я в лабиринте побегал, я лично особо ничего там не нашел. Но вот, я нашел для себя отличное место. Вот его же не могли просто сделать случайно. Я в лабиринте нашел только выход из лабиринта. Облутали все. Да не. По-любому тут как-то можем пролезть. Я вижу, там какая-то дырка в полу. Либо, а прикинь, это издевательство, и там на самом деле ничего нету, это такая замануха, чтобы время потратили. Ну так оно и есть. Наверное. Так, а вот что же делает эта кнопка? А, я знаю, как, кстати, играть в этот мини-гейм еще лучше. Как? Нужно включить громко звуки, чтобы слышно было, где открывается что. А, чтобы еще нервы пощекотать? Ну, не так знаю. Нет. Я и так, походу, сейчас стану этим, как его, который дергается постоянно. Все, время кончилось. Ну ладно, все, это все-таки первый блин. Он может быть комом, спокойно. Но а мы должны по-честному поиграть, ну, для кого как, и посмотреть, как получится, интересно или нет. В этом нам, конечно, помогут наши любимые подписчики. Все, ребята, да, выходим на выход. Пошлите посмотрим, у кого длиннее, как ты говорил, ряд. У кого длиннее ряд? Кто больше алмазов натащил? Да, сейчас посмотрим, сейчас оценим. Специально, как бы, интрига сохраняется до самого последнего момента. Никто не знает, сколько. А сколько здесь его всего помещается? Здесь 30 или 29. А, понял. По-моему, 30. Ну хорошо. Что, начинаем ставить? Давайте тогда, вот кто сверху, тот и ставит первый. Я поставил. А, по очереди? Ну ставьте. Я думаю, что 5 уж точно все нашли.
Это мне чем-то напоминает криптодолину. Блин. Так, да, опять что ли я в этой роли? Ну, давай, Шани, ставь. Ну, оп, оп. В роли троллера, что ли? Так, ну я смотрю, что вот алматик-то остался в руках. Ладно, чё. Да ещё что ли? Ни у кого больше ничего нет, ни у кого. А знаете, что можно сделать, ну как вот этот мини-гейм еще улучшить? Мы можем подожди поставить стой, ресурс стой пак. Так что, стой, 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 все, что ли? Да нет, не все. Блин, да что такое? Ах, вы трали. Пумс. На этом все, у меня только рычаг остался еще. Да ну нафиг. Ого, Миша там нашел. Террасер жжет напалмом. А вы смотрите внимательно, внимательно смотрите. Я чую, что он победил. Чего? По огромным счетом. Одного не хватило. Да-да-да. Пипец. Ребята, ну даже я зайду на канал Террасера, чтобы посмотреть, каким фигом он сумел столько отыскать. Я просто так отлично искал. У меня вообще столько огромных сундуков попадалось по 3 штуки. Просто жесть. Ну, я думаю, да, ко всем да, есть смысл зайти, аж, потому что кто нашел, две головоломки, тот все-таки да, забрал часть добычи других ребят, и те не знали, где эти сундуки находятся. Вот-вот, у меня попалось две головоломки, одну из них я прошел, но в конце нее был только телепорт, может, я ее неправильно прошел, кто знает. Вот. А вот другую я нашел рычаг, но не нашел, к чему он ведет. Вот, хорошо. Может, именно, дырка вот в стене именно открылась. Там, потому что реально было очень много мест, и каждому попадались какие-то такие загадочные, которые другой не мог, допустим, пройти. Я не знал, что там да Нюкем делает снизу, поэтому я потом посмотрю у него на ролике, как он там проходил то место. Также и у Шани тоже посмотрю, что у него там происходило. И вы тоже можете это все сделать. И разумеется, предлагать свои улучшения по этому мини-гейму. Ну а все, с вами был Нюкем, победил Террасер. Да. А также еще и Шайни с нами был, который занял. Он занял почетное второе место. Ну, с небольшим отрывом. Ну, Лукан, согласись, что нельзя мой результат признать разгромным. Нюкем, успокойся. Я нашел последние 2 алмаза, я нашел в сундуке, который был открыт и просто в стене. Его почему-то никто не облутал. Да и красава, и что? Ты победил честным образом. Самым честным образом. Ты победил. Победил, молодец. Главное, что было весело, я получил удовольствие, когда нашел две вкладочки, которые были хитро спрятаны. Вот это самое-самое удовольствие по мне. Я, к сожалению, не нашел ни одного самого классного клада, где было бы по 5 алмазов. Я не знаю, кто нашел, видимо, вот этот джентльмен в белосинем костюме. Я обязательно посмотрю его на канале. Ты хотя, ну все, ты, тогда, кстати, реально... Ребят, прощаемся. Да, вы можете увидеть на канале у Террасера, нашел ли он хоть один сундук с 5 алмазами сразу. О. А такие были? Всем удачи. Да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Всем пока.